18 июля, 19 день похода. Утро. Мы вот сушим, прожариваем спальники. Такая отличная погода. Прям замечательная. Вчера я тут не рыбачил, утром пошел спиннинг, отремонтировал. Три раза забросил, поймал три таких средненьких хрюска, грамм по 300. Выпустил их. Рыбалка есть. Нам рыба не нужна. Мы сейчас жарим рыбу. Вот Ольга приготовила нарезанную рыбу, чтобы пожарить ее. Часть мы съедим, а часть возьмем с собой на перекус. Вот столько вот хариуса. Филейка хариусовая. Посоленная. Сейчас нарезали ее, посолили. А еще вот в этот контейнер замариновали со смесью перцев, солью, малосолку. И вот рядом в маленьком контейнере потрошки засолили. Вот Ольга готовит костер для жарки рыбы. Замечательная погода. Но ночью опять выглянуло солнце, нагрело палатку. Пришлось ее открыть, оставить одну сетку. И прям 6 часов уже утра начали мучиться на жаре, но все равно до 8 поспали как-то с трудом. Хорошо дует какой-то такой холодный ветерок. И насекомых стало гораздо меньше, но все равно много. Так, процесс прожарки рыбы идет. Вот такие красивые кусочки у нас тут прожариваются. Сейчас будем ими завтракать. А эти кусочки еще готовятся. На сковородку просаливаются пока. На 17 июля мы собрали лагерь, упаковали покрафты. И будем двигаться сейчас вот в том направлении по притоку Большой Усы. А вот оттуда мы пришли. Вот здесь стоял наш лагерь. Все за собой прибрали, все чисто оставили. Сейчас выходим. 18 июля 24 года. Вот издалека это не очень было похоже на кресты, но на самом деле сейчас это видно, что здесь... 1, 2, 3, 4 креста и нарты. На них ничего не написано, но говорят, что это вроде как настоящие. Видно, что очень уже старые сани давно стоят здесь. Вечер, мы поднялись по реке сколько могли на бичеве, и смысла именно так продолжать этот путь уже не стало. Встали на стоянку, завтра будем делать волок. Такое место, вот вышли на берег. Кстати, здесь на берегу находится костровище вот этих вот ребят с Литвы или с Перми, если честно, так и не понял. Я вот уже по их рогаткам определяю, что это именно их костровище. Вот поставили палатку, разложили вещи. Сейчас будем вещи сортировать, завтра будем их упаковывать уже по-другому, потому что у нас будет пешка. Сюда к нашей стоянке спускается вот такая вот дорога. Эта дорога идет дальше вброд реки и по той стороне в сторону перевала. Ну и по этой дороге видно, что это полозья нарт оленеводов.
Вот к тем горам эта дорога ведет. Там находится огромное стадо оленей. Мы уже туда ходили, посмотрели, поднялись на возвышенность, на какой-то холм, и издалека увидели два чума и стадо оленей. Сначала хотели сходить до этих чумов, но потом нам показалось, что далековато. Так как мы устали, надо отдыхать, завтра будет сложный день, решили не ходить. Вот такой вот у нас вечер. Ну, конечно, насекомые присутствуют, как тут без них-то? Без них просто никак. Мы к ним уже привыкли. 19 июля у нас 20-й день похода. Утро. Мы уже собрали лагерь, собрали палатку. Сейчас будем двигаться по правому берегу ручья из Ешор, ну или по левому берегу по ходу движения. Двигаться будем вверх по ручью, к перевалу, к водоразделу, к границе Европы и Азии. Вообще эту дорогу, конечно, трудно назвать дорогой. Это что-то среднее между вездеходной колеей и оленьей варгой. Сегодня пасмурно, дует холодный ветер, но комары все равно никуда не пропали. Вот, мы собрали лесного коня, собрали тундра коня и готовимся к выходу. Покрафты, конечно, свернули, упаковали. Вот так вот выглядит тундра-конь Ольгин. У нас там с ним небольшая авария произошла. Ударили об камень. Одну из железок она немного треснула. На всякий случай укрепили березовыми палками, поставили шину. А у лесного коня все просто отлично, замечательно. Такого крепкого лесного коня очень трудно сломать. Вот такие вокруг окрестности, красивые горы. Правда, погода пасмурная, но ничего страшного. Еще у нас произошла вчера очень большая неприятность. Я уронил нашу основную камеру Sony на камень и помял объектив. Объектив больше не открывается. Теперь нужно менять объектив для того, чтобы камера работала. Мы упаковали эту камеру, достали экшн-камеру, она у нас запасная, и теперь я снимаю на нее. Экшн-камера у нас называется GoPro. Теперь будем снимать только на нее. Ну и теперь самое главное, чтобы с этой камерой ничего не случилось, будем стараться. У нас это GoPro на внешнем стабилизаторе. Вот сейчас я хожу с этим стабилизатором, снимаю окрестности. Это небольшой ручной стабилизатор, внутри которого находится пауэрбанк, который можно использовать еще и для зарядки экшн-камеры. 5 километров по болотам мы прошагали. Вот он, из Ешор. И от из Ешора мы начали удаляться. Целых 5 километров сплошных болот мы сейчас прошли. Я не знаю, как эти болота выглядят в августе, но сейчас середина июля. Это просто жесть. Очень много воды. Очень много. Вот Ольга Антоновна с полярным тундраконем. Вот сейчас мы вышли более-менее на сухой участок, но по болотам мы двигались очень медленно, прям очень. Примерно по 1 километру в час. Иногда 1,5 километра в час. Ноги периодически проваливаются по самое колено. Они постоянно мокрые, ноги. Постоянно приходится из сапог выливать воду. Вот эти вот снега, которые лежат, еще не стаяли по окрестным горам. Все это вот тает и стекает прямо сюда, в эту долину. Вот из-за этого получаются эти болота.
В августе этих снегов, наверное, уже не будет. А двигаемся мы на север. Строго на север идем к границе Европы и Азии. В сторону Ходатинского озера. Сначала будет озеро Малая Ходата. Все, мы остановились на ночевку. Потому что идти еще долго. И неизвестно, когда еще появится хоть маленько более-менее сухой участок. Хотя здесь он тоже никакой не сухой. Губка, сплошная водяная губка. Но все равно это лучше, чем вообще сырые болотистые участки, где сплошная вода стоит. Пришли мы вон оттуда, и идти нам дальше на север. Судя по карте, до озера Ходатинского еще километров 12. Ну и завтра, когда мы перейдем границу Европы и Азии, мы начнем уже спускаться к Ходатинскому озеру. По ту сторону границы это будет небольшой спуск. Это не подъем, это уже будет намного проще. Сегодня мы весь день по этим болотам поднимались вверх. Это сложно. Сейчас холод ужасный, ветер ледяной. Что интересно, комары пропали. Наконец-то нет комаров. Наконец-то такой холодный ветер, что комары куда-то спрятались. Спрятались, наверное, в траву. И не поднимаются, не летают. У нас вот такие вот дни без комаров были, по-моему, первые 2 дня нашего похода. Тоже был такой же ледяной ветер. И тоже не было насекомых. Потом они стали появляться постепенно. Наверное, все-таки лучше ледяной ветер. Ольга Антоновна, ты довольна, что мы в Азию уйдем наконец-то из Европы? Тебе есть разница, где находиться, в Европе или в Азии? Да, судя по всему, Ольга Антоновна очень довольна этим фактом. Ладно, займемся делами, будем ставить лагерь, будем распаковывать вещи. Ну и, конечно, нужно поужинать. Вот наша чудо-печь сейчас начнет нас выручать в этом плане. Дров здесь нет. И еще есть такой нюанс. Карликовая березка сырая горит лучше, чем карликовая ива. Намного лучше, чем сырая карликовая ива. А здесь я березки не наблюдаю. Сырая карликовая ива горит очень плохо, надо искать сухую. Сухая горит хорошо. Кстати, сегодня у нас 20-й день. Чудо-печь до сих пор еще работает на одном комплекте батареек пальчиковых. У меня есть такое подозрение, что уже этот вентилятор крутится, наверное, маленько медленнее, чем в первые дни. Ну, я так предполагаю. Но пока этого не сильно заметно, все работает. Пока все работает. Ну еще я эти батарейки каждые 3-4 дня меняю местами, я их вытаскиваю и переставляю. Я где-то это подсмотрел, уже не помню, где-то прочитал в интернете, что так надо делать для того, чтобы продлить их срок годности. Потому что нагрузка в основном идет на одну батарейку, а этой печкой мы практически каждый день пользуемся утром и вечером. Есть редкие дни, когда очень много сухих дров попадается, сухого кустарника, тогда мы печью не пользуемся, но это редкие дни. Вот, кстати, пока не вижу никакого сухого кустарника, сухих веточек, весь сырой, весь он стоит в воде, стволы сырые, будут плохо гореть. Это не березка. Хотя, конечно, за березкой можно куда-то сходить в сторону, где-то найти какой-нибудь холм повыше, там ее надергать. Но вот чудо-печь мы запалили. Дымит. Ну и за березкой я сходить поленился. Все-таки топлю ивой. Несколько палочек сухих нашел, остальное сырые стволы вот эти ивовые. Пока вроде горит. Вот так вот все это горит. Вот это вот сырой кустарник. Сырая ива.
Но еще раз хочу пояснить по поводу газа, то, что в такой длительный поход мы не смогли бы взять газ. Нам понадобилось бы очень много баллонов. И эти баллоны, во-первых, тяжелые, во-вторых, это большой объем, а вот это чудо-печь, она весит 620 грамм. Это как один большой газовый баллон. Газовый баллон, который 450 грамм, на самом деле он весит 620-630. Вот сколько бы мы уже за 20 дней истратили газа, и как бы мы сюда его тащили. Это даже сложно представить. Да и в принципе, зачем вот деньги тратить, когда есть бесплатное чудо-печь. Палатку мы поставили, вещи развешали, вещи сушатся. Промокли-то мы прилично сегодня. Надо все просушить. Но вечером просушить, конечно, не получится. Еще попробуем утром досушить. Ну и одеть на себя утром мокрые вещи для нас вообще никакой проблемы не составляет. Это нормально. Ольга вот готовит ужин. У нас еще маленький хвостик рыбки остался. Сейчас его доедим. Колбаски маленько нарезали с чесночком. Калории нам не помешают после такого сложного дня. Ну а рыбы, конечно, мы за последние 3 дня прям наелись. 20 июля. У нас 21 день похода по полярному Уралу. Мы уже напились кофе, поели молочной овсяной каши на сухом молоке. Сухое молоко у нас 20% жирности. Мы собираем лагерь. Вот так вот выглядит мой лесной конь без рюкзака. К нему пристегнуты сейчас продукты, 2 покрафта. Сверху еще скоро ляжет рюкзак. Сегодня хорошая, замечательная погода. В этом месте почти нет комаров с утра, потому что дует очень сильный ледяной ветер, который, видимо, их сдувает, не дает им летать. Ну а так как светит солнце, то особо этот ледяной ветер, он не напрягает. Солнце немного его разбавляет, для того, чтобы было комфортно. Хорошая погода. Вокруг нас очень красивые горы. Сейчас, когда их освещает солнце, прям приятно тут находиться, приятно на них смотреть, ощущать себя рядом с ними. Мы движемся вот туда, в ту сторону, к водоразделу, к границе Европы с Азией, к Ходотинским озерам. Собираем, сортируем, упаковываем вещи в очередной раз. Вот так вот выглядит тундра-конь Ольги Антоновны. Мы вчера остановились вот на этом ручье с чистой водой. Снега тают, вода бежит. Не знаю, будет ли в августе этот ручей, но сейчас он полноводный, с глубокими ямами. И есть вода для стоянки. Дальше сейчас опять пойдем по болоту. Что нас там ожидает, мы не знаем. На этом маршруте мы никогда не были. По карте недалеко находятся какие-то 2 небольших озерца, которые мы будем проходить. Вчера мы шли в коротких эво-сапогах. Ноги постоянно были мокрые, иногда грязь заливалась в эти сапоги. Сегодня мы решили одеть сапоги болотные, в которых мы сплавляемся. Не знаю, будем ли мы правы в нашем решении. Вчера мы понадеялись, что дорога будет более-менее сухая, и поэтому не стали одевать болотные сапоги. Но ошиблись. Какой будет сегодня день, посмотрим. Я читал пару отчетов, с трудом, правда, их нашел. Именно вот это место, когда люди проходят в августе, такого болота здесь нет. Здесь более сухая территория. Так как светит солнце, пока мы собираемся, вот решили подзарядить пауэрбанк.
солнечной панели. Панель эта весит 420 грамм. До сих пор мы уже 20 дней заряжаем только один пауэрбанк этой панелью. И с этого пауэрбанка заряжаем аппаратуру. Достаточно, так как светит солнце часто, и мы не достаем второй, третий пауэрбанк, они у нас есть также про запас на случай плохой погоды. Кроме того, панель это у нас новая, мы ее хоть дома и протестировали, но не совсем понимаем, насколько хватит ее мощности. Вот мы подошли к тем озерам, про которые я говорил, которые видел на карте сегодня утром. На карте они очень маленькие. Сейчас мы на них смотрим, не совсем понятно, какого они размера. Второе озеро я еще пока вообще не вижу. Интересно, есть ли тут рыба? По поводу этого у нас нет информации. Но все равно, так как мы здесь не ночуем, нам особо без разницы, есть она тут или нет ее. Обходим это озеро с левой стороны по ходу движения. Чайки, крачки летают, кричат, слышно их издалека. Вот и Ольга подходит. Сейчас здесь маленько отдохнем. Наконец-то мы увидели второе озеро. Одно озеро поменьше, второе побольше. Из того озера, которое поменьше, вытекает ручей и впадает в то озеро, которое побольше размерами. Мы оставили вещи, прогулялись. Между озерами находится высокий холм. Поднялись на этот холм, чтобы осмотреть окрестности, осмотреть два озера. Здесь особо чувствуется ледяной ветер, очень холодный, прям продувает насквозь. Но красота, конечно, вокруг неописуемая. Почему мы вчера сюда не дошли? Лучше бы здесь ночевали. Тут нет болота. Именно вот на этом перешейке между озерами. Я подошел к этим озерам близко к воде. У берега плавает очень много малька хариуса, очень много. Дорога сегодня ужасная, болото. Вчера было еще хуже, сегодня совсем чуть-чуть полегче, но полегче, наверное, из-за того, что мы выспались, отдохнули. Это первая половина дня. Ноги прям сильно проваливаются в эту чачу. Очень много сил тратится на прохождение вот таких вот болотистых участков, когда ноги надо выдергивать. Вот это вот мы идем прям по оленьей варге, по оленьей тропе. Видно следы полозьев. Непонятно, почему самые сырые участки оленеводы выбирают для передвижения. Скорее всего, это все-таки целенаправленно делают, чтобы не сбивать полозья об камни. У нас небольшой отдых и перекус. Наслаждаемся солнечной погодой и практически отсутствием комаров из-за ветра. Ну а прошли мы по этому болоту всего лишь 3 километра, судя по карте. Идем тяжеловато, очень медленно. Ну и мы уже спускаемся мы вон в ту долину. Видно, что все ручьи текут уже туда. Текут они уже в Малое Ходотинское озеро, которое там где-то внизу должно находиться. Становится все красивее и красивее. Спасибо. Что, на, почистите шерсть? Спасибо, ага. Сейчас.
А, да. Нельзя, нельзя. Нельзя. О. Ну, спасибо, спасибо. У нас по 300 грамм питания в день на человека. 300 грамм питания? Да. И сколько дней? Мы сейчас недалеко здесь станем. Ну что, можете на чаек заглянуть. Лодку там. О, а это тоже ваши, да? А я этот, там-то не вижу. А, они вот с той стороны прошли. Я думал, вот только мало. Двери-то туда были, они вот. Вот еще буквально вот здесь прошли. Чуть через палатку не прошли. Знаете, мы помним, кстати, рядом. Так что на чаек заглядывайте. А я ни разу не видел так близко оленей-то. Вам повезло. Мы в Сибири живем, там нет оленей. Там, ну, там моралы, большие олени. А так не видел ни разу. Вот у нас там в городе по рынку иду, и этот, там торгаши, один ко мне подходит, говорит, кроссовер не может разгадать. Говорит, все разгадал, одно не могу, олень с клыками. Я говорю, олень с клыками не может быть. Я говорю, наверное, шуточный кроссовер, наверное. Говорит, нет, вроде, вполне нормальный. Кабарга. А? Кабарга. Потом, вот, я говорю, олень с клыками, бывает, я говорю, я вот сам олень говорю. Ну, давай, наверное, кабарга, говорю. Пошли по буквам подошло. Кабарга. Кабарга есть у нас. Тут тоже есть, да? Нету. Ну, раньше просто дикие были. Прям по болоту, да, вот они, это, нарты идут, да? Дети вас уже рубят. А у вас же есть интернет? Да, будет. Все, да? Ладно. Спасибо. Спасибо вам. Будет, да, вот тут недалеко. Завтра у нас не будет. Так что успевайте. Начнем. А, но... Николай меня. Олег. Да, Олег. А это Ольга. Ольга. Спасибо. Они резиной подбиты, да, или как? Нет? Пластмасс. Раннее утро. Мимо нас полтретьего ночи прошло стадо оленей. Их перегоняли. Хорошие ребята дали нам мясо. Пригласили в гости нас, когда будем сейчас вниз идти сегодня. Может быть, к ним зайдем в гости. Вот еще одно стадо. Оно идет в другую сторону. Людей пока не видно с ними. Но олени двигаются прямо на нас. Снимает оленя, обрадовалась. Он белый олень, что-то встал, насторожился. Принюхивается. Тут пятнистые есть. Бело-коричневые. Коричневые, темные, светлые. Дай ему что-нибудь, вот этому рогатому. Рогатому дай сухарик. Нас нет сухариков уже, мы съели все. Колбаски дай ему. Фу, к нам идет, видишь? Погладь его.
Давай я поглажу, попробую, на. Доброе утро. Доброе. Вы что их в обратную сторону погнали? А там, ага. А там как этот? Там некуда им выйти. А, не могут перейти воду, да? Да, перейти воду. А это парка. На одном месте просто. О, вот они крутят. Сейчас, пожалуйста, в этом году, по-моему, все. Это как, лошадиных поводов нет. Мы проснулись только что. Только встали. А здесь мелко, да, они перешли? Мелко? А, перейдут. А это порода собак какая? А тут волков нет, да? А, бывает. Прям на этом месте бывает волк. Ну вот эти собаки маленькие, они же... Не защищают от волков, да, Али? Но они залают же, они скажут. Да, когда их не видят. Сами делали, да, каталки? Да, самодельные. Самодельные. Ну, пока экспериментируем, как бы можно их полегче сделать. Как их таскаете? Надо колесо побольше маленько. Пристегивается к поясу. Ну, не руками, а это давит на ноги, пояс давит на ноги. А руками просто подправляешь там, если там это. Руками-то невозможно тащить. Ну вот 70 килограмм можно тащить. Ну, не... Как лямка ставится? А? Лямка как ставится? Какая лямка? Вот. Рюкзак ставит. А, пояс. А где он? А, ну он там. Достань его. Каждый по клетке, да? Ну. Или два рейса делаешь? Нет, один рейс. Вот это мне как удобнее, да? Да. Колеса маленькие. Маленькие колеса, чуть побольше надо, чтобы повыше. А-а-а. Повыше было. Потому что когда по болоту идешь, они маленько проваливаются. Да-да-да. И березка, если попадает, высокая. Вот Илья угостил нас такой вот оленей ногой. Ольга чистит сейчас ее. Вот она, настоящая оленеводческая лайка. Такие они маленькие, шустрые, приученные. Наблюдает, как идет разделка мяса. Оленина жарится. Завтрак оленевода. Пошла вторая порция оленины. Еще будет третья порция, но там мы будем варить бульон. Там с костями осталось. Вот так вот на чудо печи у нас все готовится. Оленина на фоне гор полярного Урала. Мы начнем вот здесь, по ручью, который впадает в озеро. Малое Ходокинское озеро вон там находится, далеко внизу.
стадо, которое сбежало далеко. Оленегонные собаки помогают. Оленегонные лайки их называют. Видели покравки. Сейчас вот по этому узкой протоке. По этой узкой протоке мы пойдем в сторону озера Ходотинского. И по пути хотим зайти в Чум. Ходотинское. Малое Ходотинское. Олененок только родился. На квадроцикле его перевозят.